прохладные напитки всегда под рукой. При помощи сенсорных клавиш на поверхности стола можно регулировать температуру охлаждения и управлять встроенными в него светодиодами. Помимо современного дизайна, у Sabro есть множество USB-портов и выходов для современных гаджетов. Стол синхронизируется с гаджетами через Bluetooth, чтобы воспроизводить музыку, а в скором будущем он станет совместим с ПК и телевизором. Сизиф. Поверхность этого невероятного стола всегда выглядит по-разному, ведь на ней беспрерывно создаются песчаные рисунки. Рисует по песку металлический шар. Удивительный и сложный, как кажется, узор создается довольно простым механизмом. Металлический шарик приводится в движение магнитом, а магнит, в свою очередь, движется по заданной траектории с помощью двух двигателей. В памяти Сизифа хранится плейлист с различными узорами, которые непрерывно сменяют друг друга. Пользователь может сортировать плейлист с помощью мобильного приложения. Выходит, раньше на надоевшем столе меняли скатерть, а теперь достаточно скачать новые скины. Необычное дизайнерское решение – слияние письменного стола и внушительных габаритов аквариума. Этот уникальный предмет интерьера способен не только выполнять функции журнального столика, но и является вместительным жилищем для рыбок. Аквариум-стол требует ухода, как и обычный аквариум. Однако на него можно поставить чашечку кофе и даже свой обед, сидя при этом на диване и наслаждаться подводным миром. Изготавливается он из прочного стекла, устойчивого к всевозможным воздействиям. А все необходимое оборудование спрятано в рельефе дна и в каркасе столика. Круглый стол-трансформер – незаменимый предмет мебели для небольшой квартиры. На первый взгляд он выглядит как небольшой круглый стол, но внутри у него спрятаны столешница, дополнительные детали, крылья и вкладки. Такой стол призван экономить место, ведь в сложенном состоянии он достаточно компактен. В то же время, приложив совсем немного усилий, его можно трансформировать в большой круглый стол и усадить за ним всех своих гостей. Флетчер Капстан. Этот раздвижной стол может автоматически удвоить количество мест с 6 до 12, оставаясь при этом единственным точно круглым столом в обоих положениях. Идеально круглым его делает наличие юбки в виде барабана, которая опускается в процессе расширения стола, а в сложенном состоянии создает внешнюю оболочку крышки круглого изделия. Столешница состоит из 13 элементов и способна на радиальное расширение при повороте верха на 120 градусов. Стоит такой стол невероятно дорого, а механизм, приводящий его в движение, хранится в строжайшем секрете и даже не приведен в описании патента, выданном на уникальное изобретение. Пинг-понг-стол – одна из первых аркадных игр, перенесена в реальность в современном дизайнерском столике для игры в понг. Продукт воспроизводит принцип игры на реальных объектах. Два пользователя управляют с помощью тех же кнопок, что и в аркадном понге, двумя линиями, которые помогают защищать и отбрасывать подобие мяча. Задача – попасть мячом в незащищенную часть поля другого игрока. Помимо самой игры, стол также оснащен встроенными часами со светодиодной подсветкой и функцией стриминга музыки через Bluetooth. За этим столом можно не просто пропустить бокальчик любимого напитка, но и отлично провести вечер за увлекательной игрой. Кофейный столик The Table. Этот стол-трансформер содержит в себе всевозможные сюрпризы, включая полки для книг, растений и различных напитков. Четыре части стола соединены между собой съемными петлями, что позволяет создавать различные формы в зависимости от обстоятельств и фантазии. Создатели изделия были вдохновлены математической игрой, созданной математиком Генри Дудини, который специализировался на головоломках. Именно придуманная им головоломка позволяет превратить идеальный квадрат в равнобедренный треугольник, разделяя его на четыре фигуры разных пропорций, которые, если их переставить, сформируют треугольник. Этот принцип и заложен в концепцию чудо-стола. Дизайнеры создали стол, каждый обед за которым будет настоящим пикником. Стол-пикник –